Блин, ну это просто битва в воздухе, черт меня возьми, изобретатель. Вот так мы могли бы 15 мобов в полете вынести, но мне кажется, здесь их не наберется столько. Хотя попробовать можно было бы. Всем кусь, ребят, с вами Леоми, добро пожаловать обратно в Risk of Rain 2. Сегодня мы с вами будем играть за изобретательницу. За артифайсера, но сначала я еще разберу некоторые моменты из прошлой серии. Во-первых, то, что я в прошлый раз поменял нашу активку из накопителя прионов на конденсатор перед Митриксом, это было полностью, как я считаю, все-таки правильное действие, потому что там некоторые разделились во мнениях, кто-то сказал, что правильно, кто-то сказал, что неправильное. Просто смотрите, у нас кулдаун здесь 140 секунд, 140 чертовых секунд, здесь 20 секунд. Здесь у нас 3000% урона, то есть, говоря, еще оглушает других мобов поблизости, оказывается, даже не знал, если честно. Здесь у нас 4000% урона в радиусе, 20 метров, я почему думал, что 24 метра. И 600% урона в секунду. Но нанесет оно, не знаю, там даже если 5 секунд будет дамажить, то это будет 3000% урона. Ну, 7000% набьется, например, может быть больше. Но учитывая в 7 раз разницу кулдаун, то чтобы это был одинаковый ДПС, мы должны с этой штуки нанести 21000% урона, чтобы это было как конденсатор. По одной цели. Поэтому я сказал, что эта штука, она как бы лучше раскрывает свой потенциал именно в пачках. А вот на конкретно Митрикса, я уже опускаю тот факт, чтобы я с нее бы ни хрена бы вообще по нему не попал. Правда, я с этой штуки мисал по нему, потому что оказывается, что он бьет по той клетке, где был монстр в момент твоей зарядки, а бьет он немножко с небольшой задержкой. И поэтому на бегу Митрикса лучше не бить этой штукой, иначе будешь мисать. Но это прям однозначно лучше ДПСит в одну цель, 100%, просто без вопросов абсолютно, мне так кажется. Дальше еще, кажется, мы так хилялись жестко из-за осторожного слизня. Он 4 ОЗ в секунду регает. У меня просто вопрос теперь еще больше к мясу. 4 ОЗ в секунду вне боя, я понимаю. Базовый реген. У мяса 2 ОЗ в секунду на 3 секунды после убийства врага, но и в бою тоже. Ну это прям вообще копейка. Он еще не скелет это ОЗ, просто это такой пиксель. А вот слизняк у меня в глазах сильно вырос. А вот липучки мне сказали, что раньше у них скелился дамаг, а потом их понерфили. И сейчас они скелят процент шанс. То есть их больше 20 штук, может быть, не имеет смысла вовсе. Если они скейлят стабильно по 5%, а не как, например, та же гильотина, которая, кстати говоря, также работает в том числе и на боссов. То есть она боссов элитных также загашивает. Сегодня мы играем за изобретателя. У нас, кстати говоря, здесь... Что нам надо сделать вообще? Масса убийства с 20 врагов, не знаю, может быть, за один навык или что-нибудь такое. Одолейте за одну секунду. Во, да-да-да-да. За кого-то там нам надо было, по-моему, за инженера за 5 секунд одолеть. Да. За изобретателя за одну надо умудриться. Здесь убить 15 врагов, не касаясь земли. Ну, можно будет попробовать что-нибудь из этого выполнить, не знаю. Накопитель прионов, кстати говоря, многие сравнивали с BFG из Дума. И я прям об этом сейчас не подумал, но, черт возьми меня, да. Он очень напоминает. Он работает иначе, конечно, я понимаю все. О, кстати, сразу есть алтарь. Может, сразу и стоит взять его, кстати, попробовать. Надеюсь, что справимся, хотя это не точно. Ай, как приятно с этим полетом, а. Так вот, BFG в Думе, он, я играл в первый и второй Дум, поэтому я знаю немножко. Он там делал такой, долго заряжается, тоже королевский кулдаун, так сказать. О, я не убиваю его сразу так даже. Так, заряжаем нашу нам бомбу, она усилилась. О, я ощутил сразу же, как на нее сильно действует гравитация, кстати. Этого просто раньше не было. Ну, сейчас я тоже по порядочку расскажу обо всех изменениях, хотя я про этого перса я уже говорил об изменениях. О, ракета Земля-воздух, неплохо. Про нее тоже мне есть кое-что что сказать. Из прошлой серии, что у нас там было кое-что любопытный такой момент, который я заметил в серии, но подумал, что и мне показалось, а на самом деле нет. Так, давайте рычки. Испепелим их немножко. Блин, как мне нравится просто геймплей за эту перса, что такое? Сундук. А, не хватает монеток, и у нее. Ай, надо же заряжать. Я путаюсь пока что, что у меня тут вообще за навыки. Абсолютно не могу. Инфьюжн со старту, ни хрена себе. Неплохо так-то. Так, у меня этот эрка. Так, давайте пилим. У нас, то есть, получается, один дот у нас уже есть со старту. Это огненный. Ну, огонь, то есть, поджигание. Так, мы ищем пока что портал у нас где-то вон там. Мясо. Вот мы мясо и нашли, которое я тут немножечко хейтил до этого, но, как по мне, из регенящих всяких предметов, это одно из наиболее пока что спорного для меня, если честно. Ни хрена себе! А, это ракета так вылетела, я ж удивился, что такое полетело. Как гравитация жестко работает на бомбу сейчас, я просто это ощутил, это просто пипец. Хотя, с другой стороны, это может быть хорошо, а иногда это плохо. То есть, смотря как этим пользоваться. Я, естественно, буду косячить. По-другому я не смогу.
Так, у меня здесь есть алтарь битвы. Там бронебойные пули. Генератор щита был или что-то такое, или плоский урон, не понял немножечко сразу. Так, давай заряжаем. Кого? Ага. И спиляем. Сразу же. Та-та-та-та-та-та! Заряжаем нанобомбу. Ай, как хорошо! Все золото мое. Так, это генератор щита, да, вроде как. Так, тогда я беру вот это. Пика. Неплохо, наверное. Хотя не знаю, сколько нам нужна. Была, ну пусть будет. Так, а теперь побежали. Здесь фонтанчик есть, да. Побежали к боссу. 3 минуты практически прошло уже. Ну же, дай что-нибудь. Ну хоть, ну ё-моё. Жадный алтарь какой-то в этот раз. Абсолютно, хотя нам шанс, казалось бы, достаточно высокий на получение хотя бы чего-то. Shift, мне сказали, что у погрузчицы у нас в прошлый раз он не заряжался, он просто ты его используешь и все. Ну, собственно, я понял его плюсы и минусы этого шифта. То, что он не так далеко кидается, не так удобен для передвижения. Вау, вот это был ход. Вот это было хорошо сейчас. Получилось у меня сделать, конечно. Заморозить этих големов вот так вот вовремя. А-та-та-та-та-та-та. Хороший дамаг. Сейчас у нас наша нанобомба, хотя я про нанобомбу попозже скажу. Там также были изменены, как я понял, 2 альтернативных навыка инженера, изобретателя. Тут немножечко сейчас будет путаться. Так, а вот мне не нравится, что мне здесь отступать-то толком некуда особо, если честно. Просто сейчас он как начнет заряжать свою атаку. Мне спрятаться будет особо некуда. Я бы хотел... Ай, промазал. Обидно. Давайте, то есть, берем. Так, включить я не могу нашу. Так, ну все, у нас медуза готова, можно сказать. Да, отлично. Так, идем за артефактом, за предметом, точнее. Так, у нас здесь еще один сундук, турелька там еще. Пирохопу есть, окей. Пирохопу может быть очень даже интересно. Потому что мы летаем. Соответственно, какие-то наземные мобы нас не так будет жестко пугать. Мы можем гораздо больше времени находиться в воздухе. Ай, как мне нравится это, а? Если прям расчехлиться с этим геймплеем, который мне пока что ломает мозг. Это так красиво может быть. Из этого перса. Собственно, у нас один шифт у нас для передвижения удобнее. Его заряжать надо было. Но в плане ДПС он явно как бы меньше выдает, получается. Еще и задеть его надо и так далее. Поэтому у нее, по-моему, можно шифты оба использовать у погрузчицы. Вполне себе оба юзабельны. Так, а где у нас еще что есть? Ай, ладно. А, это красный сундук. Даже я сначала подумал, что это дрон, не собирался сюда идти. Это красный сундук у нас. Вот у нас 5 минут, многовато. Больше, чем я ожидал, честно. Турель кальмар. Ай, там еще сундук. Ладно, давайте вот к этому алтарю сбегаем, короче говоря, и все. Очко. У нас пока что регена нет никакого, вот это плохо. То есть мне бы найти бы слизня, либо пластины, либо что-нибудь еще такое, что мне обеспечит гораздо более безболезненное прохождение. Стоп, голова инопланетянина. Нормально к алтарю сбегал, вот серьезно, кто мне скажет, что я зря сюда пробежался и потратил эти долбанные 20 секунд. Нашли голову инопланетянина. Вот это вообще лепота. У нас наша теперь и атака основная быстрее перезаряжается, и вообще все-все-все. Ну блин, теперь только не слизь за век, потому что такой потенциальный старт. Прямо напрашивается на слив, если честно. Снежинка мне сказали, что которая у нас была там, да, она очень хорошо с аспектом электрически заряженной элитки работала, потому что она дает очень много ударов в секунду, она в тике очень много бьет там слабеньких тычек. Но для аспекта элитки, этой эссенции, как она называется, это было без разницы, и каждый нанесение урона вызывает еще заряженный взрыв такой вызывает, который по 50% дамага наносит. И это, как бы снежинка такая, что дамаг маленький, а вот это вот очень сильно его скейлит. Написали мне, что это очень сильная синергия получилась в прошлый раз у нас, когда мы с этим бегали немножко. Золотой алтарь, говорили мне, что он не настолько редкий на самом деле, и что там есть, кстати говоря, лок-локации и плита, про которую, если честно, я вообще уже напрочь забыл. Это все как на Митрикса. Золотой портал просто, и алтарь точнее, ну, у меня он попался, по-моему, 4-й раз за вот все серии. По-моему, что-то такое. Так, окей, первый босс, первый монстр адекватный, вполне себе. Он нас на Тирианом вообще толком ничего не сделал, это особо сейчас. Про батарейки, кстати говоря, которые... Топливная батарея, как она называется там, предмет, который добавляет слот для активки.
Я совершенно забыл, я говорил еще, что типа, ну, у нас будет проще старт по активкам, но потенциального ДПС нам эти предметы не дадут дальше, в перспективу на долгий бой. Они дают ДПС, потому что они же уменьшают кулдаун активки на 10% еще. Я вот про это совсем напрочь забыл. Про такой момент. Ай, приятно. Ну, надо бомбу еще так быстро... А, смотрите, в чем прикол. А, нет, не в этом прикол. Я думал, что она перезаряжаться начинает, как только ты ее начинаешь уже кастовать. Нет, она все-таки... Это кулдаун уходит, но при этом кулдаун еще не тигает, получается. Что-то в таком духе. Ну окей, поначалу так, продержимся здесь. Хотелось бы найти аптечку какую-нибудь себе, слизня. Слизня, наверное, даже я бы хотел больше всего сейчас. Хотя не знаю. Он мне между доходить от зоны к зоне, он мне не поможет. С другой стороны, мы доходить должны и сами максимум без проблем. Мы могли бы, кстати говоря, спокойно попасть. Сейчас блок локации забрать, но, честно говоря, рисковать я не хочу вообще. Ты можешь, мне еще надо будет ждать... Регена неизвестно сколько. Да и даже так, придется подождать, судя по всему, скорее всего. На последней локации мне сказали, ладно, давайте не будем все-таки ждать. Им дали вообще бесполезную штуку, запасной магазин для них. Для меня это можно было бы нормально, две штуки такие, например, чтобы бомбы из памяти чистить. Для мобов это просто мертвый арт, мертвый предмет. Так вот, на последней локации, что золото имеет смысл собирать, то есть убивать мобов, да? Для того только, разве что воскрешать турели. Дронов, точнее, на битве с Нитриксом. Они могут, типа, иногда его отвлечь, хотя я не знаю, как они будут отвлекать, если находится в воздухе, он вообще ничего сделать не может. Как и против нашего персонажа, я не знаю, что он будет делать, когда мы будем находиться в воздухе, если честно. Не знаю, если дойдем, то посмотрим. Если не дойдем, то не говорите мне, скажем так. Но, по-моему, все равно тратит еще несколько лишних минут, и для... Это крайне редко. Ну, там еще для активки можно использовать, для которой золото требует. Который называется как-то там спонсор, что-то такое, пулеметик такой. Ну, конечно, сильный, Саша. Но, не знаю, это так зависит, типа, очень в редких ситуациях есть смысл защищать ту локацию. А так ты просто 2 минуты просто бегаешь одинаково. Поэтому, не знаю, у меня такие спорные ощущения в этом плане. Оп, энергетик нашли. И побежали туда. Жаль, что регена нету толком никакого. Но инфьюжн со старту — это приятно. Это у нас плюс 100 хп просто. Блин, как больно-то, а. Посмотрите, я пока добегу даже до близкой точки, у меня столько здоровья уже потратилось, капец. Так, нам дали лемурианцев. Что это было сейчас? Откуда там полетело? Опа. Испепеление кого-нибудь, не знаю кого. А, наша турель, смотрите, видите наша турелька, да? Она нахрен хрен знает куда спряталась, в то время как другие турели просто ловят там, как мне писали, выстрелы механизмов. Турель кальмар просто закапывается в землю, как страус. Я не знаю, почему он так внизу спавнится иногда. У нас в прошлый раз просто такой же был, я даже когда пересмотрел момент, я далеко не сразу сообразил, что там реально вот такой вот, то есть я не врубился, а где кальмар-то вообще мой? Не мог его найти никак. Вообще есть смысл наша, я так смотрю, наша как-то автоатака разряжается, то есть заряжается очень быстро. Если на одну секунду повысил кулдаун наша голова инопланетянина, то это в 2 раза, это очень много. Это прям жесть как. Позволяет нам гораздо чаще спамить нашей автоатакой. Не автоатакой, а вот основной атакой, чтобы не придирались, если что. Как раз. Как раз-таки у этого персонажа это можно не называть автоатакой, потому что она как раз-таки... О, запасной магазин. Ага, вижу. Так, побежали. Запасной магазин на нашу нанобомбу. Можем ею подряд спамить даже иногда. ДПС у нас должен быть огромный, но за одну секунду я все равно вряд ли босса вынесу. Это нужно что-то прям выдающееся, мне кажется. Блин, капец, как нам здоровья не хватает. Просто жесть. Как оно заканчивается моментально. Им очко дали. 5 штук. Ну, хотя после убийства врага мы будем иметь больше регена, хоть немножечко мне это мясо сейчас. Ну, прям совсем немножечко. Скажем так. Окей. Мне очень реген нужен сейчас. Прям риск большой, что я сюда пошел так рано. Но у меня такой просто... Если мы справимся, зато у нас такой задел будет на будущее. Такой забав сразу наперед. Что просто будет радовать. Про снежинку я сказал, блин, как мне тут... Посмотреть бы на бумажку, что я тут еще тут. Я все по порядку новых комментариев, точнее, как от старых к новым читаю. И от старых к новым потом перечитываю, чтобы выписать это. А при этом озвучить это надо в другом порядке. Я это сначала записываю по порядочку, а потом я еще справа порядок другой пишу. И в нем можно запутаться, потому что там все в разнобой идет, по сути. Поэтому я все путаюсь, на каком я пункте там остановился. Тут у меня их 9 штук аж целых. Петарды. Окей. Так, где у нас? Плохо дело.
Ага, вижу, хорошо. Я уже собирался налево туда бежать. Блин, пипец, если бы я туда сейчас побежал, я бы сюда уже не добежал бы точно. Посмотрите, как оно больно бьет. Мне говорили, что процент максимального хп, но мне казалось, что когда-то иногда он бьет гораздо меньше. Может, у меня потому что пластины были тогда. Не уверен, если честно, не могу сказать точно. А у нас есть вороны. Вороны меня вот не особо радуют уже. С другой стороны, от обычных мобов других мы будем просто летать. Но ворона как попадет, это будет больно. Если она с крита еще пулит, это будет вообще пипец. Меня сейчас волнует только отсутствие нашего регена вообще. Вот какого-то. Пластину бы найти для плоского урона. Нет. Было опасно. Так, давайте я кину сюда дыру. Вообще, дыра с нашей нанобомбой шикарно просто. Ну, она для этого персонажа, собственно, хорошо работает, да. Так, где ворона? Вот вижу. Так, 60%. ПП-шечку вы, регенка. Регена бы побольше. Базовый реген скиллится очень слабо, а вот от слизняка, например, как я там замечал, что мы вне боя очень жестко регаемся, я, честно говоря, не ожидал, просто что он настолько сильно лечит. Офигеть, как это было больно. Нет! Ауч. Там где-то разборон. Все. Так, плохо дело. Патронтаж. Мне далеко бежать достаточно. Не уверен, что я здесь запрыгну, может, стоит попробовать. Ну, давайте попробуем. У меня это зря сделал. Нет, не зря, смотрите-ка. Добегу ли? Отбегу ли? Стоп. По-моему, добегу, но сейчас буду долго-долго регаться, судя по всему. Ну ладно. Придется, к сожалению, подождать. Как все-таки изящно смотрится этот персонаж, когда он так левитирует. У нее еще, прикиньте, у нее мясо на пузяке, прям на груди. Приклеено. Как это странно смотрится. Ну поехали. Им дали плети. Подождал достаточно долго времени. Много времени пришлось ждать, в общем-то. Так, ну посмотрим. Мне дали имплеть, дали, да-да-да. Ну, спорная штука, типа, где-то это может быть не вредно. Для наших мобов это, в принципе, не настолько зарешать должно, в теории, наверное, надеюсь. Так, но оно работать на них будет. То есть они до нас будут быстрее добираться. Но для этих мобов это не настолько страшная штука. Как-то вот, вроде как-то так. Так, я очень надеюсь, что мне не дадут механизмов, и что мне не дадут этих самых. Механизмов просто я сам по себе не люблю. Из-за изобретателя мне будет тяжело от них максовать, мне так кажется. А если кританут, то это просто... Только антиваншоты может спасти меня, мне кажется. Нет, не попал. Можно вообще баррикаду себе ставить, на некоторое время действует. В принципе, она могла у меня просто защищать, и все. Но от выстрелов всяких она не спасает, по-моему, если не ошибаюсь. Я это проверял когда-то. Ай, как тяжело в него попасть-то будет, а? Нажать, когда он спустится на землю, может быть, так вот. Так, хорошо, этот назначительно легко. Нам дали базу урон во время бега. Снижает, получаем урон во время бега. Броня, короче говоря. Так, сюда раз. Не допрыгнул. Ну, мы находимся во время бега, в принципе, во время боя в том числе иногда, поэтому, может быть, это будет даже иногда работать. И здесь я буду, опять же, регать себе фулл хп, потому что сейчас уже начинаются волны более страшные. Так, ну что ж, поехали. Мне осталось рассказать про ракеты. И про, собственно, изобретателя нашего немножко. Из того, что я хотел, собственно, в этой серии обговорить, а дальше сосредоточиться уже более полноценно, чисто на самом забеге. Ой, как тяжело будет полетающим мобам попадать с этого. Это прям... Ну, а не учитывая, что они еще ускоренные, то это да, вдвойне. Но эта точка вроде как относительно безопасная. Здесь мобы сами очень мало откуда могут прийти ко мне. Ну, попробуй по ним попади. По птице. Мне как будто бы надо просто ждать, чтобы она ко мне сама спустилась. Я не знаю даже. Мне фул заряжать не надо постоянно. Мне большинство мобов подохнут и так сами по себе. Это стоит учитывать тоже. Так, раз. Есть, там готовы. Он быстро пришел сюда. Я уже думал, о, попали все-таки. Хорошо, что у нее есть, собственно, своя область электрической атаки еще. Есть. Мы вообще на пиксель ударили и уже вынесли. Грибочков не видно, но у нас еще осталась самая моя любимая зона, в которой всегда происходит полный экшен. Полная жесть. Это вот та точка. Сейчас она будет как... А, она следующая, да? Мне дали иголку. Колючая проволока. Она дамажит хорошо вроде как. Вроде не сказать, что у Митрикса ее быть не может. Потому что значит, ты сдохну просто на нем 100%. Если он ее получает. Но сейчас нам еще надо это выдержать. Но для нас колючая проволока, по-моему, не мастыв вообще ни разу. Укулеле. В принципе, не страшно вроде как. Потому что мы одни. Это страшно за какого-нибудь инженера.
Может быть только. О, тихо. Аккуратненько. Так, защиту поставим себе, допустим, сюда куда-нибудь. Ох, нет. Как я не заметил эту штуку, вообще эту плюху в этой точке. А, наша нанобомба еще же оглушает врагов. Я про это постоянно забываю. Интересно, наше оглушение считается ослаблением? Надо обратить внимание, когда мы оглушим кого-нибудь. Будет ли на нем висеть еще один дот? Сможем ли мы от этого метку прокать? Потому что я понимаю, что он висит недолго. Но если уже на нем есть три других дота, один из них мы обеспечиваем себе. Говоря, хорошая штучка, поджигание, кровотечение и оглушение. Тогда мы с оглушением уже выпрокали метку смерти. Я не знаю, я что-то как-то на ней так жестко зацикливаюсь. Мне просто как-то вначале сказали, что она очень сильно повышает дамаг тебе. Дальше. Я что-то как-то на ней стал очень сильно акцентировать внимание, даже, по-моему, слишком с перебором. По-моему, сейчас будет где-то точка сверху, да. Ожидал. Надо было, правда, по-другому пойти, но ладно, уже поздно. Перепелка нормально, в принципе. А? Давай же! Что-то как не получается прыгнуть. Так, я надеюсь, что я добегу, но, черт возьми, меня как же долго мне сейчас надо будет опять регаться. И на следующей локации у меня, кстати говоря, толком не будет никакого регена. То есть мне надо срочно искать какое-то лечение себе. Ну что ж, поехали. Знаменательный момент, что им дадут. Тесла, я ухожу. Нет. Нет, я упал. Пипец, надо было держать пробел. Сломался мозг, скажем так. Я запутался. Капец просто, а. Давайте я туда скину это самое. Уходим отсюда просто с портала. Я не выдержу здесь. Надо убегать быстрее. Там птица. Если она до меня достанет сейчас хотя бы разок. Уходим. Я полетел куда-нибудь сюда, чтобы меня мало ли пока что не убили. Фух, мы живы. Пипец, минус красный артефакт. Блин, очень жестко. Просто пустой портал для меня во многом это именно... В большой степени именно расчет на красный предмет какой-то хороший, потому что я не знаю кто как, но я их очень сильно оцениваю для себя, по крайней мере. Так, я мясо сюда скидываю сразу, потому что ну его нафиг. А проволоку я думаю, что тоже можем скинуть, в принципе, потому что, по-моему, она нам не особо нужна. Мы не хотим играть в получение урона, мы вообще не хотим получать урон как можно, хотим получить их как можно меньше, я бы сказал. Так, ну, один варбанер, в принципе... Вот, кстати, не знаю насчет варбанера. Мне что-то как-то кажется, что это не то, что надо. По-моему, мы в зоне варбанера будем редко находиться, очень редко. Поэтому от одного мне толку даже будет немного. Так, сундук. А здесь ничего нету? Мясо обратно дали. Вы серьезно, что ли? Да вы издеваетесь надо мной. Блин, как не вовремя-то, а? Не знаю, мясо для меня один из самых нелюбимых предметов, мне кажется, станет. Из белых. Которые для меня вообще не решают практически. Не настолько быстро, но тики, конечно, срабатывают нашего оружия. Так, мы переработали. Так, здесь у нас что-нибудь есть вообще интересное. У нас там есть портал уже так близко, но, блин, я вообще еще ничего не собрал. Просто красный предмет я очень ценю, потому что один красный предмет может тебя затащить тебе забег практически полностью. Ну, не прям совсем полностью, но очень-очень сильно, скажем так. Смотря что тебе попадет. Запасной магазин. Давайте один возьмем себе. Я думаю, что одного... Один возьмем, и больше не надо точно. Нам достаточно. Если бы это была бы, конечно, охотница, я бы набрал, наверное, их побольше. Потому что она их спамит постоянно. А мы все-таки заряжаем, мы не настолько без конца выкидываем эту штуку. Так, я беру себе не бензин, потому что мне поджигание не надо. Пластина отталкивающая, нормально. Более чем устраивает. Так, мишка есть. Мишка буй на гриб, а вот не знаю, буй на гриб. Мне сейчас нужен хоть какой-то реген, чтобы я мог быстро себе восстановить хп. В критической какой-то ситуации куда-то замуроваться и восстановиться. Потому что без этого у меня прям... Давайте куда-нибудь туда выстрелим. Не знаю. Так, мы его еще глушаем. Надо про это тоже не забываем. Так, здесь мы были. Все, да, идем в сторону портала, получается, практически. Ох, сколько здесь сундуков еще. Сразу. Это не знаю, насколько мне надо. По-моему, не особо, но пусть будет тоже. Так, предмет атакующий. Ну, не самый подходящий предмет. Турель-кальмар у меня уже есть, я их не знаю. Пока что я их не особо ценю, хотя, с другой стороны, они позволяют так же, как и петарды, по сути, работают похожим способом. То есть я открыл что-то и выношу еще моба сразу же целую пачку. Так, а мне надо уже... Блин, далековато. Ладно. Просто здесь я вижу, что зеленый сундук большой есть. Сейчас я думал, что можно готово его купить.
Ну, нам денег и так хватает. Давай красный. Ладно. Укулеле неплохо. Укулеле меня очень радует. Так, вот теперь побежали точно к боссу. А, еще сундук. Есть еще мишки, это что такое? А, это активка, я понял. Где босс-то? А он так далеко что ли был? Нихрена себе. Ладно, побежали открывать. Так, натуральку мне не хватает, хотя можно было бы ее купить вполне себе. Странно, стучи бродяга, не знаю почему, но я так и думал, что он будет сейчас. Интересно, а активка выпускается сама, когда заряжается полностью или нет? То есть я ее до фула заряжаю или... или выдерживаю лишнее. Вот в чем вопрос был у меня сейчас. Заключается примерно. Опа. Запускаем туда еще так. Мы просто спамим нашим ПКМом постоянно. Так, я ухожу отсюда. А мы все ее вынесли. Готово уже было. Отлично. Так, давайте откроем. О, нам дали. Блин, эту штуку найти бы, знаете, за кого? За Рекса бы найти. Он может снижать себе ХП. До какой-то отметки. А мне придется туда сбегать. И не из-за сундука даже. А из-за принтера. Потому что принтер с мишками. Мишки это то, что нас может тащить как раз таки. Может нас очень хорошо протащить. Активка мне, по-моему, не особо нужна. Хотя, вот не знаю, даже конденсатор я бы поменял бы себе или нет. Взял бы ли я его себе или нет. Босса вроде как Митрикс тоже должна работать наша. Наша притягивалка, наша черная дыра. Ну хорош. Касаемо М1 ракет, которая у нас первым предметом, на 30% она дамажит, с 9% или 10% шансом выстрелить ракету при нанесении урона. И прикол в том, что мне говорили по-разному на самом деле, я не всем до конца понял. У меня вопрос все-таки в комментариях, потому что мне писали, что у нее ограничение есть 900% максимального урона. Тогда у нее дальше не скелится ничего. Тогда получается, что она как этот самый была бы, как очки, например, которых больше 10 штук вообще смысла не имеет убирать, получается. Так, я сбегаю сюда. Но в описании и на Википедии, на геймпедии, на английском, я не нашел никакой информации по поводу того, что у нее стаки как-то заканчиваются. Так, а я что потерял, кстати, вместо мишки? Блин, а вообще мишку надо еще одного? Давайте попробуем. Бластина. Ну, в принципе, бластина может быть того. Мишка лучше, наверное, все-таки. В перспективу точно лучше. Конкретно сейчас от одной пластины все-таки я бы не отказался, наверное. Ну, ладно. Всякие доты понижать, например. Так, больше ничего нету? А, ну в принципе мне бы золота не хватило уже. Так вот, про ракету мне писали по-разному. Что у нее написано 30% дамага скелится. Но мне написали также, что у нее типа 900% это ее кап. Хотя информации об этом я нигде не нашел. И в общем-то, в прошлый раз я затригерился от того, что на Митриксе что-то внесло ему 116 тысяч урона. Я не увидел какое число именно, но я заметил, что очень много ему нанесло урона. И оказывается, это именно эта ракета была. И сначала я думал, на самом деле, почему меня это сначала удивило. Потому что я был уверен, что ракета работает от 300% от базового урона персонажа, соответственно, да, как и все остальное, плюс-минус. Так работает вроде как. А оказывается, что у нее все-таки она 300% урона наносит от того урона, с которого она прокнула. И это огромная разница, потому что если она прокает у тебя сильные атаки, соответственно, она сильно изряжает, сильный дамаг выдает. Надо было очко себе взять, наверное, или липкий бомб. Не знаю, что лучше, кстати, даже. Наши нанобомбы, по-моему, коэффициент 0.4, что ли. С электричества, которое бьет постепенно, и единица самой бомбы. Если не ошибаюсь, по-моему, это так было, и, по-моему, это не изменяет ничего. А туда? Значит, я себе крит возьму. Как-то мне кажется, от одной нанобомбы она нам не заряжает, а вот крит будет поприятнее в целом все-таки. Мы за 10 минут не добрались до сюда. Ну ладно, в принципе, мы там уже активку открыли. Она будет сама по себе попадаться. Хотя не знаю, тот сундук будет спавниться дальше здесь или нет. Я очень редко испепеляю. То есть моя эрка, она достаточно ближнебойная. Она будет почти всегда работать, наверное, с октаэдром нашим. Я думаю так. Ничего нет больше, да? Ладно, активируем портал. О, снова вижу. Как раз в зоне. Да отпусти. Владыка бесов. Где он там пока что, я не знаю. Мы с шпицом заряжаем быстрее нашу нанобомбу. Поэтому то, что у нас их целая куча, и у нас появился шпиц, это, в принципе, хорошо вполне себе. А-та-та-та-та. Смотрите-ка, я отключил наш огнемет. И он у нас на кулдаун не ушел при этом. Получилось так вот.
Да уйди же! Охренеть, как я сейчас попался. Как много мобов мелких. Лептоновую ромашку бы сейчас взрыв, а? Которой нету в этот раз. Обычно я не учитываю. Да хорош, нифига здесь просто их развелось, конечно. Так, надо добить босса, во-первых, уже. Все, добили босса. Сейчас станет поспокойнее, наверное, тело. Так, хорошо. Заморозку поставим. Так, у нас где что есть вообще интересное? Есть хрона-штучка появилась. Неплохо. Хороший дроп. Так, что есть рядышком еще? Я вижу магазин вон там левее нас. Я вижу... Ага, это не то, это не интересует нас. А, золотой алтарь! Ни хрена себе! Я его профукал! Ну, в принципе, если честно, я не жалею, что я его профукал, потому что у меня был бы соблазн туда пойти. Золотарин мне писали, что он, типа, не особо полезен, что он дамаж сам по себе слабо, но отвлекается, но неплохо. Может отвлекать. Но, учитывая, что он себе, как бы, никак твой потенциал забега не уменьшает, то есть он... Время твое не, сам не повышает себе сложность, что это его зачистка. Ты просто получаешь предмет. А давайте гранату возьмем себе. Не знаю, если честно, сколько она нужна, по-моему, не особо. Я решил все равно ее взять. Зачем-то. Так, еще одна такая штука, окей. И там, по-моему, у нас еще внизу, там в подвале что-то было. Если можно так это назвать вообще. Здесь ничего? Ладно, ничего нет, тогда побежали. Здесь что-то я видел закрытое. А, алтарь. Алтарь может два предмета дать, у нас золота много, поэтому я до него тоже прогуляюсь. Я думаю, что это стоит того. Если, конечно, он мне что-то даст. Он дает проволоку. И дает мне шприц. Нормально. О, еще сундук. Давай мне слизняка, пожалуйста. Я слизняков начал обожать. Семя кровосос. Хм. Вообще для нашего персонажа это не особо круто, потому что мы мало тиков наносим. Но с нанобомбой, если бы она... Хотя она по 0,4... Она не настолько часто бьет с электричеством. Но по пачке, ну, не знаю. Немножко даст регена, но я бы даже не знаю. Может быть, я даже предпочел вопрос слизняка. Хотя не уверен, если честно. Бездонные глубины, хорошо. Многим не нравится локация, наоборот, в отличие от зова сирены. Но мне здесь комфортнее обычно. Так вот, по поводу ракет. Мы в прошлый раз фигачили с конденсатора на 6400. От этого конденсатора, это был крит именно. От этого конденсатора 900% считается. 900% это было бы 57,6 тысяч. Ну, 57,6. Плюс еще у нас прокнула ракета с крита. Это получается у нас уже 115 тысяч урона. 115, Карл, тысяч урона. И я как раз таки нанес 116 тысяч урона. Если бы ракета фигачила на 1800%, а у меня их было 6 штук, между прочим, то есть 1800 должно было быть, по логике. Это что? Оу! Что-то я вообще не ожидал босса увидеть сейчас. Что-то я забыл про существование того, что сейчас босс еще появится, скорее всего. Я упал. Так, надо не забывать, что мы летать должны постоянно. Упс. Спепеляем его. Помню, я себя немножечко зажимаю, если честно. Ауч, прям прямое попадание. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще на шип наступил. Меня в прошлый раз, если говоря, чуть не убило то, что я на шип Целестия Налитки наступил. Вроде Целестия. Которая, короче, на шипы оставляет и которая выключает хил. Он меня на пол хп продамажил погрузчицу. Это просто жесть. Звездец какой-то. Повышающий гранат еще. Так, вот так заряжаем наши. ДПС, по-моему, какой-то маленький, если честно. Ай-яй. Спепелить. Ай, хорошо, под конец подожгли. Так, у нас здесь что-то еще лежало, кроме вот этого, нет? Чего не было? Мне кажется, кто-то там рядышком очень противный. Добежал до меня таки. О, я уже чувствую эту фигню, которая... Вау! Хватит в таких количествах. Вы откуда? Так много. Вижу одного. Охренеть, они бомбардировку устроили на меня. Так, это все уже. О, лох монстра. Нашли. Давай, лети быстрее. Вот еще один. Большой сундук, кстати. Надо посмотреть, сколько там красный стоит, если говоря. Но нет варианта сейчас, нет возможности особо. Давайте активируем, в общем-то, портал. Запускаем сюда черную дыру. Защищаем всех перед боссом. Владыка бесов еще один. Один же, да? Надеюсь.
Вроде должен быть один, хотя, типа, обычно на этом этаже у нас уже повыше сложность, но не в этот раз, судя по всему. Ух. Опасно. Ай, промазал. Промазал заморозки. Тихо-тихо-тихо. Заморозку поставить. Ух, вынесли. А, там бомбардировка. Как меня бомбардировка стала напрягать, если честно. Еще один такой же появился. Вот это капец. Вот это что-то жесть сейчас происходит в этой локации, если честно. Не как обычно. Ни в кого не попадаю. Уходим. Бесы бы вынести сильно напрягает. О, и вот этого тоже. В особенности этого. Вот он меня может сваншотить гораздо быстрее, чем на самом деле сам бес. Сам босс. Сам босс, сам бес. Так, запускаем. Вау! Это механизм называется у нас. Я вот не знаю, наверняка эта бомбардировка может по тебе попасть, если попадает по тебе в воздухе, то она также задамажится, это хорошо. Так, вынесли его, хорошо. Вау, дали что-то с беса. Серезломка. Критические удары всегда накладывают эффект кровотечения на врагов. Враги с кровотечением взрываются. Ни хрена себе, вот это жесть. 10. А этих самых, как его? Трест эффект кровотечения, если он стакается, он накладывается от обычного от кинжала. Он как, иначе как-то просчитывается или нет? Ты посмотрите. Оу. А я не знаю, что такое, кстати говоря. Цикл бытия. А, это только тот, который дамажит. Да-да-да, понял. Не надо менять, я думаю. У нас, то есть, со 100% шансом крита у нас будет 100% накладывание кровотечения. Еще враги будут с кровотечением взрываться. Ни хрена себе, это интересно, как звучит. Так, я пока сундуки не активирую. А че тут у нас зеленый? Этот самый есть, зеленый магазин. Ай, хорошо. Infusion! Ах, ты ж маска, и там еще активка. Хорошие предметы там были, но мне нужен красный. 2900 обделаться можно. Че так дорого-то, а? Ну, мы что тут забыли в таком количестве? Как я вторую запустил, сразу же не понял. Ладно. Капец, их, конечно, наспавнило здесь всяких. И походу, кстати говоря, что я ни хрена не накоплю, честно, красный сундук. Мне просто-попросту некуда... Просто-попросту. Именно так, да? Просто негде взять деньги. Если только я не найду алтарь битвы. Святилище. Я сейчас всю свою ситуацию профукаю из-за того, что буду искать. И зависит от этого алтаря. Зависит от поиска. Либо я могу сделать, знаете что... Я могу взять и забить и просто накупить себе зеленых предметов и хрен-то с ними. Хоть сколько-то, хоть чего-то там. Мы идем на выход в пустой портал. Что за канделябр такой просто? Пустой портал, потому что я хочу посмотреть, что там будет в магазине. Я все время забываю про магазин. Типа там может быть что-то интересное в плане вот той чаши. Пока что нарным предметами я побегаю с ними как-нибудь, само собой. Я не хочу от них постоянно зависеть, потому что там из них очень многие такие, которые ломают игру и так далее. А, это дает способность элитки на некоторое время. Тут вообще без вариантов. А зачем это, типа, платить, если у меня только одна комната здесь? На выход дальше. Типа, мой человек может по ошибке так нажать. Потерять просто три лунар-монеты. У нас, по-моему, вот этот насекомый, кстати, был. Он, по-моему, заменяет наше все хп на щит. Что-то такое. Попозже будем со всем этим разбираться, я думаю. Так вот, если бы у нас было бы 1800% дамага на нашу ракету, то есть мы задамажили. Если 900%, то там как раз таки 115 и 2000 получается, а... 1800, как должно было быть, если по статам смотреть, то было бы 230 тысяч урона. Но прикольно, конечно, что она так прокает от того урона, который... То есть она дамажит столько, а от какого урона она прокнула. Прям, конечно, жесть. Так, это у нас что? А, опять проволока. У меня есть просто один зеленый. Воу. Здорово. Так, давайте запустим сюда дыру. Я все время забываю про полет, просто без конца. Ай-яй. Так, вынести раз. О, не-не-не-не. Заряжай. Промазал. Как тяжело, когда все руки из-за того самого растут, да? Когда ты постоянно мешаешь с того, с чего должен попадать. А у нас два магма-червя. Я что-то как-то не ожидал. Господи, как тяжело попасть-то, а? Корочка. Ой, хорошо. Ой, хорошо прошибли, по-моему. Так, идем куда-нибудь вообще, путешествуем. Постоянно надо передвигаться.
Или около того. Не попал. Готов. Основной дамаг мы с этой штукой, она то есть работает похожим образом, как накопитель примонов, но основной дамаг у нас все-таки наносится именно с попадания сейчас. Причем, кстати говоря, нам надо бомбу усилили. Во-первых, ей радиус с 10 до 14 метров, если не ошибаюсь. Дальше ей увеличили лайф, жизни увеличили, то есть сколько она летит у нас до самостоятельного взрыва. С 5 секунд до 10 секунд повысили, то есть в 2 раза. Теперь она может долго лететь, прям далеко и надолго. Но ее далеко закинуть очень тяжело будет, потому что у нее теперь, на нее работает гравитация. Она теперь не только прямой наводкой летит. Совсем не прямой, точнее. Мы нашли слизняка наконец-таки. Так, еще есть инфьюжн. По-моему, уже поздновато, кстати, для инфьюжна. А, наверное, скорее всего, надо будет сейчас брать ускорение за криты, что ли. Хотя, мне прям вообще не нравится затея, если честно. По-моему, нам не настолько требует ускорения, как многим другим персонажам. Вау! Хотя, может, пусть будет. Не, ну явно будет лучше, чем инфьюжн, который сейчас мне даст, не знаю, там 30 хп. Сколько я мобов убью за этот этаж еще? Я не думаю, что я прям так дофига их вынесу, верно? Ну, ё-моё, как же я промахиваюсь-то без конца так, а? Может быть, есть смысл нашу активку постараться поменять, но я даже не знаю на что. Просто она на Митриксе, может быть, нам не настолько требуется. Потребуется, хотя, с другой стороны, мобов она позволит мне гораздо проще контрить и выносить. Дамаг, собственно, у нас максимальный получается, на практически в 2 раза повысили. Выходит, что тут в таком духе, я так понимаю. Но надо теперь ее... Она сейчас второй раз сама запустилась. Я вроде как клавишу отпустил, мне казалось, но, может, я ошибаюсь. Так, побежали сюда. Вот, у нас этот гейзер как раз-таки меня на другой... На другую часть переправляет, как у нас однажды выкинул ящера, как я их называю. Ну, один раз я уже показывал, как он работает в принципе, поэтому сейчас он прям, в принципе, все равно на портал надо идти потихоньку. Там еще был какой-то навык, как-то плазма болт или что-то такое нам усилили. С 4 до 6 метров его радиус, я так понял. О, огоньки, но поздновато уже, если честно. А вот пирохопу хорошо. Пирохопу я хочу даже перед боссом получить. О, нет. Воу, это было очень близко. Так, знаешь что, давай ты туда пойдешь, пожалуйста. Нет. Ауч. Можно телепортироваться, да? Он телепортировался, оттуда он выбрался. Это ящеров так можно выкидывать. А вот его не особо получается. Получается. Я все еще с этим червяком морочу здесь. Вожусь. Так, уходим. Есть. Так, ну ладно, погнали, наверное, портал активировать. Хотя здесь еще пара сундуков есть. Давайте пока я эти сундуки возьму себе сейчас. Что это такое? А, это запасной магазин там был. У меня как раз червяки эти сдохнут, наверное. Помню такое ощущение, что когда я отпускаю сам, у меня сразу же персонаж вторую бомбу кидает. Что-то в таком духе будто. Запасной магазин не надо. Мне не нравится, что там ледяное устройство летает. Вообще ни разу не нравится. Опять один раз нажал, он использовал 2 раза. Ладно. Управляющий модуль Солуса. Оу. Мне говорили, что он все-таки спавнится как босс. Но, по-моему, он мне ни разу не спавнился как босс. Вот как его зовут. Может быть, один раз спавнился с Евреей. Что-то как-то так. Оказалось, что может быть такое и было. Может, я ошибаюсь. Я не помню упор этого, по крайней мере. О, он уже здесь. Один из них. Ай, промазал. Надо этого вывести. Как раз. О, хп, хп, хп. А второй у нас здесь летает. Готов? Нет, не готов. Почти, есть, все. О, еще парочка. Но здесь я босса пока что не по фокусу. Когда у меня столько механизмов летает. Пипец, они как мне сейчас попадут. У меня просто на этом серии закончится. Так, хорошо. Пока что держимся, но босса практически не дамажил. Сейчас, возможно, нам реально будет проще вынести сначала мобов всяких. Подождать, пока портал зачистится. На 99% он нас больше не призывает мобов. Он опять выкинул случайно вторую. Как это работает? А, нет. Где он? А, вот они. Ни хрена себе здесь уже. Ладно, я ухожу. Это была ошибка, наверное. Слишком далеко. Слишком далеко, да-да-да.
81% области еще. Ну, теперь, ребята, держите просто, а. Так, я вам так постреляю. Поставлю заморозку куда-нибудь. Они по мне вообще атаковать не будут, или они как-то не хотят атаковать, как будто бы. Блин, ну это просто битва в воздухе. Черт меня возьми, изобретатель. Вот так мы могли бы 15 мобов в полете вынести, но мне кажется, здесь их не наберется столько. Хотя попробовать можно было бы. Один готов. О, нет, появился замораживающий. Или заряженный вид-то. Ауч, попали разок. Есть, есть, сделали. Я же говорил, что сейчас получится. Я как раз таки хотел это сделать. Я чувствовал, что сейчас это можно. Прямо в этой локации это идеально. Он для этого подходит. Просто тебе везде места хватает. Заблокировано, повезло. Пипец. Мы еще лук монстра кого-то нашли. Раз, два, лунная монетка. Так, где там у нас босс? Я хочу боссу. Так, летаем, летаем, летаем. Хорошо. Да опять промазал. Попадать с него стало тяжелее, но он стал, получается, потенциально дамажнее. Вот так вот. То есть нам частично забафали. Забафали для рукастых, скажем так. Поэтому у меня это... Работать у меня лучше персонаж вряд ли станет в моих руках. Так, забираем это. Можно было сразу вообще активировать портал, потому что... Дыхание не успел. Надо было две турели, может быть, купить. Не знаю, они его, если перенеслись бы к боссу, то, может, имел бы смысл. Хотя, не знаю, там как бы локация целиковая идет, но, может быть, к боссу там все-таки нам переносят наши вещи. Не знаю. Как и то, что если у нас там вообще какие-то дроны около босса. По-моему, у меня забег не особо сильный, если честно. То есть у меня нету каких-то, нету... Ну, что у меня на дамаге, смотрите. Это у нас ракета наша. Одна, 300% урона, не настолько много. Хотя, если пропнет от взрыва нанобомбы, то будет неплохо. Кстати говоря, когда мы стреляем по пачке, у нее шанс прока большой. Если мы пачку вынесем с нанобомбы, и она запустит ракеты, даже парочку, а шанс есть от этого, то они все подлетят в Митрикса. У нас есть один стак на кровотечение, у нас есть три пары очков, 35% шанс крита из-за маски хищника в том числе, и это накладывает кровотечение. У нас есть прыжки. Прыжками мы можем тащить. Можно забираться на выступы, спрыгивать с них, а потом обратно на них возвращаться и опять улетать. Блин, если так получится, будет, конечно, весело. Перепелка есть. А, один зеленый предмет есть еще. И надо учитывать, знаете, что еще? Что он забирает предметы. Не знаю, забирает он все предметы или... Он с конца начинает? Смысл мне тебя трогать? Я пойду просто мимо. Если он с конца забирает, то мне в конце желательно держать какие-нибудь трэшовые предметы. Чтобы он забрал их, а не забирал что-то хорошее, если я, конечно, смогу. Заставить его не забирать наши предметы, если, конечно, такое можно, я просто не знаю. Но если без предметов его надо убивать, что-то это прям вообще полная жопа. Тем более, что он с этими предметами будет еще. А у него там еще целая куча хп, да даже если он будет беспомощным, это просто задолбаться можно. Сколько ему хп выносить, ауч. Ну, конечно, здесь бежать просто, это немножечко, по-моему, душноватенько. Типа, с одной стороны, ты можешь, конечно, умереть и так далее, да, вполне себе есть шанс. Но, типа, сам процесс такой сомнительный. Что каждый раз одинаково абсолютно уходить без какого-то геймплея, в общем-то. Мы можем себе, блин, я могу себе красный предмет взять, забудить. Мне писали, с одной стороны, типа, что не моя же проблема, что разработчики допустили такую ошибку и так далее. Но я не люблю пользоваться такими формальными честностями, которые, типа, ну, формально, честно же, в пределах правил игры и так далее. Хотя я как бы сам расставляю себе рамки все-таки честности. Не люблю юзать какие-то прям несправедливые имбы и так далее. Это как-то интересно, по-моему. Касаемо, в принципе, всех игр. Поэтому я бы все-таки не хотел бы пользоваться тем, что мы заодно в вторсырье можем получить себе красный предмет, соответственно. Что-то, ну, такое. Хотя я бы, может быть, кстати говоря, зеленый предмет поменял бы на красный, если честно. Потому что у меня, по-моему, из зеленых мало чего полезного есть. Турели мне не нужны, патронтаж, скорее всего, будет неюзабелен тоже особо. Перепелку нужна, укулеле не особо требуется. Ну, типа, мало что нужно. Вот хорошая штучка нужна. Хищник нужен. Ракета. Я бы, скорее всего, красный принт поменял бы, если там будет что-то интересное, конечно. Было бы. Но справедливый момент, если, а не так. Также написали, что можно легко убить Митрикса за инженера, потому что, когда он забирает предметы, у тебя же турели остаются с теми предметами, с которыми ты их призывал. Соответственно, если ты их обновляешь, тогда они меняют уже свои предметы на те, которые у тебя были в тот момент призыва.
И у тебя может Митрикс забрать предметы, а у турели они останутся при этом. Вот такой вот момент. Забавный. Не знаю, вот если там на том правом берегу что-нибудь интересное. Я, кстати, отсюда могу чекнуть. Пробуждение стервятников. Что это такое вообще? Хрен его знает. Давайте честно, я не буду там покупать. Я зеленый предмет я точно не буду брать. То есть меня белые мои устраивают более-менее. А красный? Красный, я... это будет нечестно просто. Блин, такой облом, что зеленых принтеров очень мало попадается. Мне там, по-моему, только один попался за все время, за этот забег. С плеткой, по-моему, что ли. Если не ошибаюсь, получается. Ну, поехали. К Митриксу идем. Тысяча. Ну, не знаю, у меня расчет разве что на наш полет, наверное. Пока что у меня дамага вообще нету. То есть у меня дамаг не только потому, что я инженер, типа, слабенький, а потому что, наверное, в принципе, предметы, по-моему, не самые лучшие. Хотя, с другой стороны, мы пришли к нему за 35 минут. Может, это нормально даже? Я не знаю. Ну что ж, поехали, дядя, с молотком. Я побежал. Вот что он мне сделает отсюда? Если я заберусь, например, вот сюда. Он махает откуда-то снизу там. Он подо мной так и будет стоять, что ли? Окей. Ну, стой там. Типа, я использую особенность нашего персонажа. Не пойман, не читер. Не, ну серьезно, я летаю, типа, это наша обилка. Хотя вот это, не знаю, тоже такая спорная штука. Немножко. Я бы добавил бы ему какую-нибудь, не знаю, атаку против полета, может быть, чтобы он чаще ее использовал, чтобы она была не имбовая, но хотя бы докучала себе как-то. Может быть. Ну, получается, с огнемета я по нему не достану вообще, да? Да, не достану, скорее всего. Ну, поехали, увлекательный бой с Митриксом. У него 69 тысяч хп всего, кстати говоря. Это из-за сложности или потому что первая фаза всего лишь? Воу, он прыгать умеет. Жаль, что я прям под себя не могу стрелять. Ходить под себя могу, стрелять под себя не могу. Отсылочки из жизни, да? Инсайдики. Или как это называется? Ну, пока что так, типа, мы спокойно держимся на нем. Ну, может, сюда что-то прибежит, а? Мне будет проще его здесь дождаться. Это хотя профит не будет по дамагу. А, ну да, он же сейчас будет убегать вот сюда, в центр еще. Я тут уже стрелять всякими стрелами. А я вот так сделал. Обделаться можно. Он прыгать умеет, как, я не знаю, как будто он с перепелкой. Не, знаете что, я не хочу ему давать возможность сюда забираться. Я понял, что я не увернусь от него просто. Он замораживается даже. Вау. Честно говоря, не ожидал, что он будет морозиться. Вау. Я думал, что он раньше пальнет. Я сейчас мог сильно провтыкать, на самом деле. Так, давайте туда запустим нашу птичку, допустим. Я не могу его с арены выкинуть? Было бы забавно. Митрикс, ты нам не нужен. А он начинает стрелять меня, когда видит меня в поле зрения своего, я понял. Этот бой будет длиться, судя по всему, вечность целую. А вдруг попаду, а? Я, может, часть боя, скорее всего, вырежу, кстати говоря, потому что это реально будет омега долго просто. Аккуратно, ну вот так, уходим отсюда. Нет! Не делай так, я тебя очень прошу. Что угодно, но не такие маневры. О, господи. Ну вот, кстати, стена помогает очень сильно его контрить, она прям мега помогает, если честно. Без нее прям это совсем было бы плохая затея. Но на второй фазе мы будем примерно так же его гасить, я так понимаю, только надо будет еще... С мобами разбираться попутно, в том числе. Так, мимо пробегает, спасибо. Заморозили? Ну, я, по крайней мере, попытался. Он опять, что ли, убежал? А, мы его добили уже, слушайте. А, у ледяной стены же есть возможность забить моментально монстра. Может, где-то это прокнуло? Просто мне казалось, что у него очень много хп оставалось. Я не уверен уже. Лунная химера. Приближаться к вот этой мелочи не хочется, летающий, атакующий, стреляющий.
А попасть по ним целая проблема. Ладно, как-нибудь разберемся, я думаю. Надеюсь. Это не точно. За угла будем держаться, а? Может быть. Вау, вот этот шар. Оно мне показало свою на новом бусу, судя по всему. Я, по-моему, просто не знаю, что на бомбу снять. Так тяжело упасть, она так медленно летит. Основная трудность в скиллах нашего перса, мне кажется. Упс. Танк едет. А даже если я попадаю, он прям реально слабо дамажит. И с точки зрения геймплея, мне все равно этот персонаж очень нравится. А, они левел себя апнули со сложности, судя по всему. У них стало больше, по-моему, у него было меньше. По-моему, был 90 с чем-то, стало 118. А-а-а. По-моему, я коряво запускаю эту штуку, слишком далеко они находятся от меня. Давайте стараться их собрать всех вместе, а потом уже зарядим от КДшем наши все нанобомбы, а потом уже будем фигачить. Как вам такая затея? А, они... У них у всех рассинхрон идет постоянно. Так, стоять. Молодцы, мне так нравится. Как вы тут на одну ледяную бомбу, ледяную стену нарвались. Вдвоем еще и один из вас дважды нарвался. Упс. Так. Баррикады нет никаких сейчас здесь. О, нет, прямо надо мной. У! Ну ни хрена себе! Лунная химера. Шаром, вот я косой, я не спорю, но она почему такая меткая? Удар с воздухом открыл, с воздуха открыли, это вот это место огнемета. Оглушение, выброс энергии вверх, носящий 800% урона. Бьет слабее, и он и выброс. Вот его что-то там усилили или изменяли. Там и он что-то там было сказано. Там что-то про 75% было сказано, не помню уже, если честно, что. Может задержка, может еще чего-то, может быть. Хрен его знает, как это работает, мне не говорите, ребят, как-нибудь потом мы это протестим, посмотрим, само собой. Успех в том, что мы снова дошли до Митрикса. Че я могу сказать? Мне просто там типа пишут, что открой там за кадром это сам Митрикса, этого вот это победие Митрикса и так далее, открой капитана наконец уже. Там пишут такси, как открыть. Я понимаю, как его можно легко открыть. Если у меня была бы задача быстрее на хайпе ворваться там капитан, смотрите, я там один из первых, кто его показывает. Я бы за первый вечер бы его открыл. В конце концов взял бы самый изи уровень и взял бы инженера на первый турель и всякое такое. Или что-нибудь еще простое и затраил бы просто несколько раз подряд. У меня нет такой цели. Мне интересно открыть капитана, но мне и так, в принципе, нравится играть. То есть я хочу Митрикса побеждать не так, чтобы один раз победил и дальше в лупу ходить. А мне нравится завершение игры в качестве вот этого босса, который при этом дается тебе далеко не каждый раз. Но убивать его хочется научиться за каждого персонажа, а не просто за инженера открыть, разок убить этого босса, открыть перса себе и все. Недовольно улыбаться, типа, ха-ха, я открыл кэпа. Я победил финального босса. Это такое себе. Сейчас за кого мы будем играть, я не знаю. За охотницу, кстати, очень давно не играли, по-моему. За Крида тоже. Через яд, я у него вообще только один раз играл. Последний удар по собирателю. Собирателю? А, собиратель, который в лупе. То есть собирателя надо убить? Или с нейротоксина, может быть, надо убить его. Ножить отравление общей сложности 1000 раз легко открывается тоже. За охотницу хочу. Я бы, может быть, открыл бы себе... нахрена себе. Может быть, открыл бы себе альтернативные навыки. Потихонечку стал бы открывать их за кадром, вставляя это в запись. А потом уже играть чисто с ними. То есть посмотреть на все из них. Не знаю, будет ли видно, ребят, в следующий раз. Может, я сделал нарезку по открыванию кэпа, потому что тоже любопытно посмотреть, как он выглядит. Но все-таки... Не знаю. Двоякие ощущения в этом плане. На этом, ребят, на сегодня все. Вот так у нас был забег. Дошли до этого самого, но слились как-то очень по-глупому. Мне кажется, что если бы мы бы не слились, то вторая фаза Митрикса... То есть мне надо было, главное, вот эти мобы были проблемой. То есть мне не было дамага вообще. Не хватало сильно. На следующей фазе тоже была проблема с мобами, но мы летали, и типа Митрикс сам по себе был беспомощен против нас. Ну да ладно. На этом, ребят, на сегодня все. Всем спасибо просто за просмотр. Надеюсь, что вам понравилась серия. Если так, то подписывайтесь на канал, буду рад. Старайтесь комментарии, старайтесь отвечать. Не забывайте, конечно, оценить видео, это сильно мотивирует, меня сильно радует. Кстати говоря, взрываются 400% урона. Кровотечение 240% базового урона. Стоп, что? Да. Ни хрена себе, стекающие кровь враги взрываются. А сколько времени действует кровотечение? По-моему, серезломка очень жестко звучит как-то. С критами это у тебя стабильный тот самый. Он скейлится от другого навыка, и дамажит само по себе неплохо. Плюс еще и враги взрываются. Вау.
Дополнительно 15% от максимального запаса здоровья еще. Ёлы-палы. Жирный моб взорвется один в толпе и по цепочке пустит всех остальных. Какая-нибудь целестия налитка, какой-нибудь родитель или ящер тот же, лемуриан не старейшина. Это же просто пипец. Что мы еще тут открыли такое у нас? А, по-моему, мы монстров открыли, да-да-да. Краб-отшельник открыли. 100 здоровья максимум, по-моему, маленьких, по если не ошибаюсь. Даже у вороны больше. Зон Солуса, вот мне 220, он пожирнее уже. Здесь что-то кто такой одинокий, такой находится, скорее всего, какой-то Митрикс или что-нибудь такое, наверное. Ну, как-то так, ребят, все. Оцените видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, буду рад, вступайте в сервис Discord, если хотите. Ну, а я желаю всем хорошо, отлично, позитивного настроения, такого же хорошего, точного дня, ребят. И всем еще раз удачи, до новых встреч. Всех кусь-кусь, и всем пока-пока.